Я знаю, что эту рубрику обожают все девочки, потому что делиться новиночками, которые мы приобретаем для лица и для тела, это классно. Поэтому готовьтесь. Еще раз прошу, присылайте мне свои реакции. Я буду показывать вам самые-самые классные новиночки. Вот это вот просто, ну, мой фаворит уже долгого времени. Это ванильный крем для тела. Вот, он называется Body Lotion, но он точно не лосьон, он крем. Он достаточно густой. Вот я такой же брала иногда в маленьких форматах, чтобы брать его с собой. Но, конечно, выгоднее гораздо брать большой лосьон. Запах его просто невероятный. Могу сказать, что из всех ванильных кремов для тела это самый вкусный крем для тех, кто любит ваниль. Санбарт все знают линию, а вот это крем для тела, боюсь тут как-то неправильно произнести, Grown Alchemist. Это очень классный крем, я попробовала его впервые у своей подружки. Крем этот с дамасской розой и ягодами асаи, он для сухой кожи. Вот у меня кожа сухая, сейчас я вам покажу его консистенцию. Так, я вам показываю его консистенцию. Он действительно такой... с маслами розы, с ягодами асаи. Он классно впитывается и действительно сухую кожу делает моментально увлажненный и напитанный. Тоже очень удобно брать с собой вот такой формат тюбика. Вот, мне очень нравится. А еще, конечно же, я забыла вам показать вот эти невероятные пады для умывания вместо тоника от Elemis. Это очень удобно. Внутри находятся вот такие вот ватные как бы диски. Сложно брать рукой. Уже пропитанный тоником, вы ими умываете свое лицо. Это и с собой брать, очень удобно протереть лицо. И для снятия макияжа они реально такие немножко шершавенькие. Они очень классно очищают кожу. Вот такие вот для лица диски. В общем, это просто топ всех времен и народов, потому что они действительно продукт, без которого, мне кажется, сложно обойтись, и это безумно удобно, поэтому возьмите обязательно на заметку. И хотела вам показать вот этот продукт, это крем для лица и крем для глаз. Apivita Bivine Elixir – это греческий крем для лица с легкой текстурой, лифтинг для того, чтобы избавиться от морщин. Крем такой с подтяжкой, абсолютно натуральный. Смотрите, в этом креме 96% натуральных веществ. Там и виноградная лоза, и прополис, в общем, чего там только нет. Что классно, реально, эти кремы, они, ну, как бы для таких... достаточно конкретных задач, но с легкой текстурой. На лето это то, что надо. Так, ну что, для полноты картины я нанесу под глаза. Вот так выглядит наш крем. Очень приятный аромат. Вот такой легенький, моментально впитывается. Никаких тебе жирных следов. В общем, очень классная марка. Я ее, кстати, раньше не знала. Увидела ее в «Золотом яблоке», заинтересовалась, купила пару продуктов и прям точно не прогадала. Ну и для тех, кто не знает, я по секрету, по большому, между нами строго скажу, что в «Золотом яблоке», конечно же, сейчас очень классные скидки. Я и сама смогла очень выгодно отовариться, и всякие разные акции, поэтому не буду вам долго говорить. Ныряйте туда, я уверена, что вы будете очень-очень довольны.